Любви все возрасты покорны, писал когда-то классик. Это аксиома актуальна и сегодня, вот только понятие любви все чаще заменяют меркантильными интересами. Подробности в следующем материале выпуска. В отдел МВД России по Славянскому району с заявлением о пропаже денег с банковской карты обратился 66-летний житель города. Как оказалось, пенсионные накопления мужчины сняла его 22-летняя подруга, с которой он встречался. Девушка рассчитывала на финансовую поддержку своего кавалера, но не дождалась, поэтому решила взять деньги сама. Обещала денег, и я увидела, куда он положил в рубашку, в карман рубашки, и... Я дождалась, пока он уснет, и сняла первый раз эти денежные средства. Сколько сняла? 20. Потом девушка сняла еще 20. В итоге мужчина лишился 40 тысяч, на которые его пассия накупила себе ювелирных изделий. По данному факту в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.